Этот роскошный золотой петушок совсем не петушок, он из рода воробьиных птиц, семейство котинговые. Свое название гвианские скальные петушки получили за обыкновение размещать гнезда на вершинах скал у больших валунов, иногда укрывая их в неглубоких пещерах, в местах выхода скальных пород на поверхность. Обитают они на юге Венесуэлы, в бассейне реки Рио-Негро, в Колумбии и на севере Бразилии, населяя тропические и субтропические девственные леса, предпочитая гористые и богатые водоемами местности. У самцов яркое светло-оранжевое оперение с широким веерообразным хохлом, который тянется через голову и почти полностью покрывает клюв. Верхняя часть клюва длиннее нижней и немного загнута вниз. Длина тела составляет от 32 до 35 сантиметров, весят они около 100 граммов. Крылья черные с белыми вставками, их отличительной особенностью являются крающие перья с расщепленным и волнистым краем. Хвост коричневый с оранжевой каймой. Когти на лапках необычайно острые. Окраска самки оливково-серого цвета. Хвост и крылья коричневые, только нижняя сторона крыльев светло-оранжевого цвета.